подняли автомобиль на козлике, где-то сантиметров на 70. Теперь под ним можно не просто проползать, а даже немножко и поработать. Вот, в результате вскрытия у нас нашлись вот такие вот страшные места на крыльях. Не дать это бедное крылышко били-били. Били-били. И не один раз его били. Вот. Вот такие вот слои оловянной шпаклевки. Вот. Этим будем разбираться. Вот здесь мы крылышко уже смотрели. И сегодня нами было сделано следующее. Была выставлена дверька. Выставили дверь. Вот теперь у нас прямая линия. Теперь у нас прямая линия с переломом, как она должна быть. Теперь у нас здесь выставлен зазорчик. Вот он, зазор у нас идет, 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 идет. И зазор у нас теперь понизу сделанный. То есть мы имеем зазор понизу и по центральной стойке. Здесь я тоже было немножко доработано. Теперь у нас есть тут гарантированный зазор. Его раньше не было. Вот, хватило нам по петелькам. Вот сегодня была сделана дверь, порог и заднее крыло. Ну, завтра работы с задним крылом еще пройдут. Тут есть сварочные работы теперь. В общем, день прошел с пользой.